едем в лес за вениками, веники ломать. А еду я на вот этом чуде немецкого автопрома. Обратите внимание, это я рокером, к рокерам обращаюсь. Обратите внимание на вот этот немецкий крест. Ничего вам не напоминает? Там написано «Пантера». А напоминает он? Он напоминает гитару Джеймса Хэтфилда из «Металлики». Помните, у него там красота, эта линия черная и этот крест сзади. Красивейшая гитара ESP. И вот этот велосипед называется «Танк 2» «Пантера». Прекрасная машина, многоскоростная. Во! Едет четко. На трассе где угодно, по горам, по долам. Поэтому едем за вениками. Хочу сказать, давление денег – это страшная вещь. Вот обратите внимание, что значит я имею в виду под давлением денег. Вот когда-то это были колхозные поля. Они не были никому не нужны. Их забросили, тут что не выращивали, все брошено. Но как только в Подмосковье стали строить дачи, и цена земли стала расти, то эти земли превратились в золото. И даже, несмотря на законодательство о запрете продажи сельхозземель, вот это давление, когда здесь дошло до 20 тысяч долларов за сотку, это давление допустило того, что закрывали глаза на нарушение законодательства и все распродавали. Повернитесь, пожалуйста, покажите вот это вот. Тут уже все застраивают все колхозные поля. Здесь был колхоз, молочное скотоводство. Они специализировались на этом. Здесь паслись коровы все время, были заливные луга. Все застраивают полностью, все распродано. Стадо под нож положили, ни одной коровы не осталось. Мы специально покупали дачу именно здесь, 20 лет назад, чтобы здесь не было вот этого рублевского столпотворения всех олигархов и крутых. А теперь все застраивает, все то же самое, проехать невозможно, все застроено. Ну ничего, жизнь прекрасна и удивительна в любом случае. Едем за вениками дальше. Ну прекрасен мир, согласитесь. Да, сельхозугодья отнимают, коров уничтожают. Ну а как нормально, в магазинах уже скоро не будет. Но мир все равно прекрасен. Сейчас венечки будем рвать. Уже почти доехали до леса. Тут недалеко, пару километров. Так что вот так. А для настоящего рок-музыканта, вы же понимаете, спортивное занятие – это первое дело. Никакого алкоголя. Строго трезвый образ жизни. Потому что многие думают, что этим можно вдохновиться. Это заблуждение. И мне, честно говоря, вызывает недоумение. И не хочется говорить презрение. Недоумение вызывает. Когда некоторые музыканты рассказывают, да я вот там напухался под наркозом, и я там сочинил такую, это невозможно. Только гадость уже какую-то, примитив сочинить, да у тебя мозги затуманены. Только трезвая голова позволяет хорошо думать. Причем трезвая не просто вчера бухали, а с утра вот трезвый. Не, алкоголь в крови несколько дней держится. Поэтому, чтобы очистить организм от алкоголя, это неделька-две, как минимум. Только потом мозги начинают нормально работать. Я напоминаю, что алкоголь уничтожает в первую очередь последние нейронные цепочки, последние навыки человека. Вот он что-то делал, 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 а потом забухал. И вот это последнее, чему он научился, оно опять потерял навык, он опять отошел назад. А то есть забыл, что там исследовал. То есть опять с нуля. Таким образом далеко и быстро не уедешь. Именно поэтому трезвая голова, трезвый образ жизни позволяет добиться высоких результатов в любом деле. В науке, в спорте, в музыке, где угодно, в поэзии. Именно поэтому я прекратил. Вот у меня вот в октябре будет уже 2 года, как я не употребляю спиртное. Вообще никакого. Ни пива, ни вино, ни водку, ничего. Хотя я был большим любителем, очень большим. Мало кто так любил выпить и закусить, как я. Так что, мужики, теперь вот
здоровый образ жизни и вперед к вершинам рок-олимпа! Ну, уже что-то похоже на веник. Все, будем париться сегодня. Свежачком. Свежачком. И везде видны следы человеческой жизнедеятельности. Бутылки, кострища. Где только не побывали люди. Все пересрут, обосрут, обгадят. И думают, какие же они хорошие. И осуждают рок-группу Волощука СД. За то, что она ратует за здоровый образ жизни и за чистоту русского языка и чистоту русской природы. Деревья меня простят, они отрастут. А вот это я не прощаю таких. Это мерзавцы здесь были. Ну вот видите, это последствия варварской расчистки. Вот эту дорогу тут проложили. Ну еще это последствия того, что у нас все-таки упадок, ну наверное упадок, я не знаю, но скорее всего упадок и лесничеств, финансирование лесничеств, которые, как правило, всегда раньше следили в Советском Союзе за расчисткой леса, за его здоровьем. Убирали все это, организовывали прочистку, расчистку старых отмерших деревьев. А это, знаете, все это гнить будет и передавать гниль на другие деревья. Ну, к сожалению, на все, видать, и денег не хватает, и рук, и людей, самое главное. Поэтому все упирается в людей. Если человек болеет за свое дело, за свою страну, то он не будет гадить, бутылки пить. А если он занимается лесничеством, он найдет силы и средства, он поднимет на уши власть, он это расчистит, заставит это сделать. Все упирается в людей, в любом деле, и в рок-музыке то же самое. Если люди там на радиостанциях позволяют себе крутить, что попало, которое к року отношения не имеет, то у людей в головах каша получается, они не понимают, чем рок настоящий отличается от хэви-метал, попса, шансона. Потому что на радиостанции, на центральной крутят, значит, это рок. То есть везде одно и то же. Все в людей упирается. Поэтому призываю бороться за чистоту нашей природы, за чистоту нашего языка и за чистоту нашей русской рок-музыки. Вот так. Порядок, можно ехать париться. Там банька уже затоплена. Нагревается. Сейчас свежим веничком пройдемся по телесам. Не просто мне при лишнем весе садиться на велосипед, когда привык на Мерседесе и на банкет, и в туалет. Но потихоньку привыкаю, ведь требует искусство жертв. Так постепенно жир растает, буду худым играть концерт. Но чтобы ускорить это дело, я в бане парюсь через день. И чтоб быстрее худело тело, веник сжигает лишний тлен. За веником всегда я езжу в рядом стоящий дивный лес. Березы есть там и осины, да и дубы там тоже есть. Надеюсь, что простят деревья, что ветки я беру у них. Я аккуратно, как садовник, что тоже подрезает их. Затем они растут получше, а я худею, плавлю жир. Я убираю свою тучность, деревья лучше растут вширь. Такая вот взаимопомощь леса и будущей звезды нового русского хардрока. С лесом давно у нас лады. Советую рок-музыкантам бросать бухать и идти в лес. Делать там веники и в баню, сгонять с боков свой лишний вес.